Алло. Алло. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. А вы заняты? Нет. Нет? Нет. А можно вас спросить, а зачем вы взломали антибрак.ком? Эти слова мне непонятны. Нет? А какой у вас Windows? Это что такое? Операционная система такая. У меня нет компьютера, нет у меня компьютера. Да как же, вот, вы же Аську взломали, еще мыло разломали. Нет у меня компьютера! А процессор есть? А? Процессор есть? Ничего у меня нет, кроме телефона городского. И... Какое сегодня число? Наверное, 13-е, наверное, да? По-моему, тоже. Угу. А вы не знаете число какое сегодня? Ну, уточнить хочу. А у вас какой монитор? А? Монитор какой у вас? Это я сказала, у меня нет, кроме городского телефона, ничего нет. Ну, какая там диагональ? А? Диагональ какая? В чем? В чем диагональ-то? А вы же мыло еще раздаете всем бесплатно? Мыло? Ну, имейл который. А? Имейл который. А что такое? Мыло, мыло. Что? Мыло? Мыло. Да у меня нет мыльного завода. Ну, просто ходили слухи, что вы всем мыло бесплатно раздаете. Имейл. Да где ж я его возьму, чтобы раздавать-то? Уж я стала бы не раздавать, а продавать. Ну, вы создаете ж сами. Чего я создаю? Мыльный завод, что ли, у меня, хочешь сказать? Ну, я не знаю, там в один клик, хоп, и все. А? В один клик! Это что такое, клик какой-то, ёб твою мать, говори нормально. Ну, в один щелк создается имейл. А что твой имейл, я даже не знаю. Мейл. Почта, имейл, почта. Имейл не знаю, не знаю, что такое имейл. Почта. Ну, а я почтальон, что ли? Электронная. И вы имейл создаете. Да нет у меня почты электронной, что несешь-то? Мыло, которое... При чем тут мыло? Какое мыло? У меня нет мыльного завода. Ну, почта и электронное мыло. Что за мыло, блядь? Да нет у меня, кроме городского телефона, нихуя в квартире нет. И даже мебели нету. Ничего у меня, сказала, нет, кроме городского телефона. Значит, вас обокрали... Никто меня не обокрал. У меня сроду не было. А как же аферисты из 218-й? Ну, а что я с ними сделаю? Пусть так остаются аферистами. А вы им тоже имейл давали? Я с ними контакта не имею, упаси Боже. Они вам не... Что я им могу дать? А вы ВКонтакте есть? А это что такое за контакт? Ну, социальная сеть. А? Я сказала, что у меня, кроме городского телефона, никаких приборов нет. А у вас много папок на рабочем столе? Чего? Много папок на рабочем столе. Чего на рабочем столе? Много папок. Да хоть бы и много было, что ж я тебе доложила бы, сколько у меня. А у вас же есть HP Support? А вы пенсионер, откуда, блядь, с потолка валятся бабки, ёбаный в рот? Папки. А? Папки. Папки? Да. Нахуй мне папки какие-то нужны? Ты что, блядь, забыл, что мне 90 лет? Какие папки, ёб твою мать? Ну, электронные.
Охуел, что ли? Я это слово не знаю, что такое электронное. А вы фотошопом пользуетесь? Чем? Фотошопом. Ты что, я сказала, что ты ёбнулся. Не туда обращаешься к старухе, у которой кроме городского телефона в квартире нихуя нет. Почему? А нахуя мне ваши всякие приборы? Ну вот вы же, когда молодая была, вы взламывали системы. Чё ты несёшь, ёбаный? Молодая я была 70 лет назад, блядь. Чё несёшь-то? Ну вы же системы взламывали. Какие системы тогда вообще, и телефона-то не было? Ни у кого, кроме Кремля. Да? А ты что, это не знаешь, что ли? Да нет, как-то. Ни у кого у населения телефонов не было при советской власти! Вы знаете, что такое HP? Нет, не знаю. А Билл Гейтса знаете? Тоже не знаю. Он хочет вам новый сервак установить. Чего установить? Сервак. Не нужен мне ваш сервант. Ну, новый сервак. Не нужен никакой сервант мне не нужен. Почему? Да не нужен и все. А вы играете в какие-нибудь игры? GTA 4, там, 5, может, Sims? Ни во что не играю, не ёбнулась, блядь, на старость лет, чтобы играть. А в пасьянс даже не играете? Нет, не играю. Актёжницы сроду не была. Ясно. Но может у вас есть это, Skype или Киберлинк UCAM? Я сказала, ёбаный, что у меня кроме городского нихуя нет в доме. Ну вот, смотрите, жмёте правой кнопкой по рабочему столу. И там вылазит. Нет у меня никакого рабочего стола. Там вылазят опции. Там вот можно свойства графики, настройка переключаемой графики, вид, сортировка, обновить, создать, персонализация. Нихуя у меня нет, кроме городского телефона. Стол обычный. Старушечий на четырех ножках. Хуйню несешь, блядь. Нет, я правду говорю. Не нужна мне твоя правда. А какая вам нужна? Никакая не нужна. Очень жалко. Вот когда заходишь в персонализацию, вас не бесит, что вот иногда подвисает меню? Что? Меню подвисает, не бесит вас? Чего подвисает? Меню. А что такое меню бывает в ресторане, в столовой, блядь? Какое у меня меню? Ну где рабочий стол, там меню можно вызвать. Чего? Где рабочий стол, там можно меню вызвать. Никакого у меня рабочего стола нет. Никакого меню у меня нету. А вот я приобрел недавно охладитель. Ну, я не знаю, как правильно. Меня это не касается, что приобрел, то и приобрел. Причем тут я? Ну, не знаю. А вот у вас есть Nokia какой-нибудь? Чего? Nokia. Чего? Nokia. Nokia. Унесёшься! Нет. Nokia. 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 Это что такое означает по-русски? Ну, он так и переводится, Nokia. Чего переводится? Да ничего. У меня еще коврик для мышки есть. Вот, 2 целых. Мне не касается, что у тебя есть. Ну и HP, конечно. Ноутбук. На нем установлен Windows 7 и процессор Intel Core i5. Давно ёбнулся, блядь? Старухам названиваешь.
Я первый раз звоню. А? Я первый раз звоню. И зачем звонишь? Ну, узнать. Чего узнать? Чего узнать-то? Ну, вы же мыло раздаете бесплатное. А я сказала, что у меня у старухи мыльный завод, что ли, ебаный в рот? Нет. Да как же я могу, блядь, высирать его, да? Нет. Говно могу раздавать, если устраивает тебя. Ну ладно. А вы когда-нибудь с психиатром работали где-нибудь? Нет, в театре не работала. Психиатром? А? Психиатром. Врачом не была. Медицинский не кончала. А что вы кончали? И когда? А зачем тебе это знать? А с мужем? Что с мужем? Кончали. А твое какое дело? Что ты в чужую пизду лезешь? Ну, просто слышал, что вы путана. Извините за выражение. Да что ты? Путана с двумя высшими. Ну, а многое сука, бывает. Сука, сука, я в правительстве работала, а не путаной была. Паскуда, ты со своими бледями, которых ебешь, перепутал. Ну и что? Ты меня со своими бледями не путай. Да нет, просто вот мне рассказали о вас такое. Сплетни, наверное. Да что ты, рассказали? Да. А кто рассказывал, тот и есть путана. Ну, правда? Чего правда? Вот в 218 мне так сказали, но это очень интеллигентные люди. Чего, какие люди? Интеллигентные. Когда это бандиты были интеллигентными? Да я не знаю. Ну ладно. Вы все-таки купите себе HP. Очень советую. Ничего покупать не собираюсь. Ну ладно, до свидания. Ой,